Сидорин Владислав, руководитель ПЛС, поточной линии сборки. Поточной линии сборки, там, авиастар. Да? Поточная линия сборки, авиастар СП. Что такое поточная линия сборки, чем она, что здесь нового? Вот в этом? Поточная линия сборки – это, по сути, полноценный конвейер по сборке самолетов такого тяжелого большого класса. Вот. Аналогичные конвейеры у нас уже имеются в России, да, это, допустим, Комсомольск на Амуре по сборке сухой Суперджет-100. Вот. Сейчас мы здесь запустили совершенно новый конвейер уже для сборки более тяжелого класса самолетов. Вот. Значит, принципиальное различие, да, между сборками самолета старого поколения и нового поколения на ПЛС – это, скажем так, автоматизация, унификация процессов. На старом конвейере при сборке старых самолетов применялись, ну, достаточно примитивные вещи, старые. Самолет собирался практически на одном рабочем месте, на одном полноценном месте. Здесь, на поточной линии сборки, цикл самолета разбит на множество этапов. Каждый этап позволяет более качественно и быстро собрать самолет. За счет того, что здесь применены системы автоматизированного управления, система лазерного наведения, лазерная стыковка, выставление отсеков. Раньше все это делалось вручную, сейчас это делается с помощью специальных трекеров и электроники.